Poggi la gara di lui, basso, la dica, capace di su, stietti, azzostra, imena, vetadien, cardamui, miestie, apaminai, nasce valza, Luigi, Giussani, astamati il Vigenia, comunione di liberazione a Cina e a Scopertini. Ciut mia trutna, a Tamista, via Virgo, Cenicò, Catolice, Scomuniversiete, un nome agli etti, e Bucballo, on spas, ma in Gista, Bucballo. Iasta, il terrorista, iesi, mia stretta, si è snito. No, ne budu, rascasa, a stai Gista, no tocca sfidietersa a ton cat a te giussani oggi l'ubil cerco liturgiu cat pa magal nan per ricida liturgiu no tagda sotto sto ya gavarru ca chi dopo lo mia non ci sia no sto gavarru si vuole in Turchia per voi slova quindi è citato fatto pieni no, noi antifon, gavarit serce maio, gavarit attibia, iscitie li zama in voi, et absalom, va, signore, iscitie li zama in voi, ia budu iscat li zato in voi, gospodi, mi escroia quinia li zato in voi, ma per voi suoi ta serce, serce znaet, для кого оно создано. Ищите лица моего. Чтобы помочь нам найти лица этого лица, Бог избрал Авраама, одного человека, чтобы открыть себя вот и Бог открывает себя одному человеку, Аврааму. И что открывает именно? Что Бог открывает? Что Он – это все. Господь есть все. Я буду читать некоторые слова отца Джусани, вот как он привлекал нас, привлекал много молодежи, не только. Ну вот, вот так. Такая простота. То, что Господь есть все, становится очевидным в ход Его вмешательства в историю, через Его явление в историю. Он вмешался в нашу жизнь, чтобы напомнить нам, кто не судьба человека, то единое, что может сделать жизнь человека человеческой. Бог стал человеком, чтобы наша жизнь стала человеческой. Бог, чтобы дать человеку наглядное определение себя по отношению к нему, являлся ему как владыка истории, начиная с Авраама.
Мы знаем, как Бог, когда Бог позвал Авраама, и видение жизни этого человека обрело через неожиданное и таинственное явление Бога. Таинственный Бог, указавший ему дорогу, был господином его пути, то есть смысла его существования. Бог открылся Аврааму, говоря: «Пойди из земли твоей в землю, которую я укажу тебе». Через некоторое время Бог вновь обращается к Аврааму и обещает потомство. Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь, честь их. Сколько будет у тебя потомков? Авраам поверил Господу, и он менил ему это праведность. Но придет момент искушения, как сегодня. Первое чтение говорит нам, что Бог искушал Авраама. Отношения с Богом – это не прогулка, это травма. Бог есть все, тогда просит все. Тогда просит от нас готовность, расположение, обращение к Нему. Тогда Бог искушает Авраама. И сказали ему: «Авраам», он сказал: «Вот я, вот я», такие простые слова, как Богородица: «Вот я, раба Господня». Богу можно ответить только верой, только послушанием веры. «Вот я, расположен, готов. Делай со мной то, что тебе угодно». Это адекватная позиция перед Богом. Бог есть все. Папа Римский, Бенедикт XVI, часто повторял, напоминал нам, что Бог реален. Реален для нас. Тогда все. Есть все. Как отвечаем Богу? Вот Иисус сами вот помогал нам ответить Богу. И понял, кто Бог, признал Его. Если Бог есть все, человек отвечает: «Вот я, как Авраам». И Бог просит у Авраама единственного сына. Кажется, противоречит, потому что Бог обещал потом, а сейчас? Но Авраам знает, что Бог есть все. Все от Бога. Жизнь Авраама зависит от Бога. Буквально. Пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Бог указывает путь. Часто мы хотели бы указывать Богу путь. Но Авраам принимает указание от Бога. И Бог отвечает: «Так как ты сделал все дела и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я благословляю тебя и умножаю, умножу семя твое
как звезды небесные, как песок на берегу моря. Вот. Когда отвечаем веру, наша жизнь реализуется. Бог умножает радость, умножает семя твое. Но Евангелие говорит нам, что Бог открыл себя Иисусу. Но интересно, что Иисус взял Петра, Якова и Иоанна, а не всех. Это интересно. Кажется несправедливо. Иисус выбирает, как Бог выбрал Авраама, Иисус выбирает некоторых. Приглашает их на гору высокую, возвращается гора. Гора могли быть так перечитывать всю Библию через гору. Когда из Авраама до Голгофы, потому что гора – это особое место, близости к Богу. Гора, пустынное место, гора. Сейчас не об этом, но и там Иисус, евангелист Лука, отмечает, что Иисус помолился. И в течение молитвы преобразился. Преображение – это молитвенное событие. Когда Иисус открывает себя в отношении с Отцом, и это свет. Это отношение наполняет все светом. Когда мы переживаем молитву, вот наша жизнь наполняется светом. Наша жизнь становится светом. Вот это крещение уже. Но это опыт молитвы. Тогда здесь интересно, я хочу одно слово о молитве. Что значит молитва для отца Джусани? Осознавать Бога. Elevatio mentis in Deum, говорил блаженный Августин, вознесение ума к Богу. Есть песня, наша песня. Тебе, Господь, возношу я душу мою. Это определение молитвы у блаженного Августина. И отец Джусани говорит, осознавать Бога значит поминать свою изначальную зависимость от Него. Зависимость всеобъемлющая, непрерывная, в каждый миг. В каждый миг наша жизнь зависит от Бога. Каждый миг существования находит в тайне Бога свой всеобъемлющий источник. Там наш истинный Отец. Там Патер Небо, говорили наши отцы. Как Отец никто, потому что источник всего. Тогда Иисус переживает этот опыт. Он признает постоянно Отца. Его жизнь зависит только от Отца. Он Сын Отца, Сын Божий. И тогда Он привлекает нас к себе. Переживать с Ним в Нем тоже опыт зависимости от Бога.
так просто. Тогда Бог выбирает некоторых. Иисус выбирает некоторых. Для чего? Чтобы свидетельствовать всем, перед всем. Это любовь, это отношение с Богом. Тогда Иисус открывает нам, что Бог за нас. Павел говорит, если Бог за нас, то кто против нас? Бог за нас. Бог есть все и за нас. И умирает предан Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Бог есть все и дает. Он за нас предан Его за всех нас. А, какая симфония любви. Как прекрасно, а? Предали себя за всех нас. И тогда эта любовь и победила смерть. Эта любовь, вот. Любовь Иисуса к Отцу открывает жизнь воскресения. Тогда последнее слово. Я очень благодарен, думаю, всем благодарны Богу, потому что Он дал нам такой подарок. Отца Небесного Он свидетельствовал нам любовь ко Христу. Поэтому слова эти слова Отца все есть мой возлюбленный нам очень очень дорогие. Иисус Сын Божий возлюбленный. Его слушайте. Вот. Тогда попросим у Отца Небесного, чтобы Он помог нам послушать, следовать за Иисусом, послушать Церковь, любить Иисуса и Церковь. Вот почему сегодня мы очень рады и благодарны Отцу Епископу, потому что Церковь значит единство с Отцом Епископом. Тогда самый адекватный жест, чтобы благодарить Бога, это Святая Месса. Продолжаем нашу литургию с благодарностью. С благодарностью. Потому что Бог дает постоянно своих святых, чтобы мы и мы были, стали святыми.